Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня продолжаем Ведьмачеллу. Я все-таки решил посмотреть, куда идти. Оказывается, вот это... с кем я шел? Она в зеленом вся, я ее забыл имя. Пожалуйста, можете мне напомнить? А, персонажи. Нет, 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 нет. Кстати, Альвин, прикол. Где? Нико, нет, он, да, нет, нет, нет. Рита. Ты кто? А, ну ладно. Карен. Вот. Шани залагала. На том месте она залагала. Она не хотела двигаться. Помните в прошлый раз? Она не хотела дальше двигаться. И мне нужно вот идти вот к мельнице. Ворота мельницы, там стоит этот... Как его? Микл. Стоит Микл, и к нему нужно... подойти вместе с Шиной. Но она как-то... Шиной. Подожди, ее Шина зовут, да? Подожди. Ее точно Шина? Да, ее зовут Шани. Шани. Ее зовут Шани, и нужно с ней подойти. Еще раз повторюсь. Только где она? Она возле таверны. Хорошо. Сейчас подойдем к таверне. Если ее там не будет, это хорошо. Если она там... Ну, если ее там нет, то значит она пошла дальше, и это хорошо. Если ее там. Если она там просто стоит, вот это просто. Минус игра, как бы говорить. Как можно сказать еще? Просто минус игра. Это было вообще. Что? Игольчатый. Нет, игольчатый мир мне не пригодится. Интересно, мне. Я смогу возвращаться на другие локации. То есть, например, на эту локацию. Это, как можно сказать, первая локация. Первая локация замок, но все равно для меня это первая локация, потому что здесь большое количество сражений больше, чем в первой локации. Так, и Шани, подожди, Шани. Чтобы запомнить имя, надо немножко повторить. Так, все, значит она к Микуле пошла, или нет, сейчас я зайду на всякий случай, пожарный случай зайду. Почему одна теперь открылась? Ладно. Пойти в таверну. Шани не тут. Так, все, Шанина сидела на том стуле, ее сейчас здесь нет. Значит, можно сваливать. Значит, все. Значит, все-таки она пошла к Микуле и отлагала. Ладно, я как будто. Как будто по лужам сейчас хожу. Ворота откроются только одни, да? Нет, теперь оба открылись. Ладно, непонятно, почему теперь обе двери открылись. Так, мне сейчас идти по прямой. Сейчас мы дойдем. Поговорим с Микола, он нас должен обязательно пустить, потому что у нас же есть пропуск. Да, у нас пропуск есть. Защищайся. А, подожди. Нет, Шани. Шани все-таки осталось немножко здесь. Блин. Так, Шани, почему ты не до сих пор здесь? То есть она до сих пор. Шани, ну блин. То есть она все-таки залагала, да? То есть, или она без меня сейчас никуда не хотела уходить, или у нее прям продуманный путь в одну сторону. По одной стороне идти, да? Ой, блин, ночью сейчас идти. Хотя сейчас собак нету. Они не спавнятся, в принципе. Ой. Я могу с тобой драться? Нет, я с тобой могу только говорить. Это хорошо, потому что я помню, кого-то я бил. Просто из-за того, что я был в... Как он? В боевом режиме, я резко начал кого-то атаковать, и меня сразу подумали, что я плохой человек. Так. Быстрее, Геральт. Давай уйдем из этого проклятого места. Вызима ждет. Пошли, чё. Я не против. Подойдем. Так, теперь нам направо. Так, ты идешь? Блин, она каким-то сокращает как-то еще. Дверь заперта, ладно. Здесь просто я не все задания вроде выполнил, даже. Что у нас по заданиям? Игра в кости, без разницы, разыскивается профессор. Найдем. А, или все, подожди. Вызиму.
Нет, покер без разницы. Профессора должен в изиме. Вызима. Вызим, да, все, я здесь все выполнил. Ну и, скорее всего, не все, но. Типа все. Будем считать, что я здесь все выполнил. Потому что большую часть подземелья, вот там, помните, подземелья, где гули были. Я его там вообще не обследовал, там просто прошелся. Вот по заданию убил несколько гулей, все, вернулся, забрал награду, все, хватит. Кстати, у меня денег? 1700. Откуда? И мне нужно найти склад. Прям ну, срочно, прям нужно найти склад. Ласточку я оставлю, все это понятно. Бутылка с водой. Не знаю, для чего она нужна, но пусть будет. Она, наверное, очень полезная. Я чихну. Или не чихну, сейчас посмотрим. Поговорю. Перехочу, наверное. Не, водичка прикольная. Только капли, конечно, не остаются, ну ладно. Ну? Может, я в тот раз остановил, она из-за этого залагала, не? За этими воротами Вызим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв, саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. Крестьяне сами виноваты. Геральт, не знаю, кстати, почему. Нам надо убираться отсюда. Окей. Как темно. А нет, сейчас светло. Ага. Я нашел необычные кости, пока нет. У меня есть пропуск. Впусти меня в Вызиму. Я хочу сказать, я... Мне очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Я могу пойти. О, все. Где? А, вон они идут. Шани не вижу только. Где Шани-то? Милздар, сержант! Тот ведьмак! Я о нем говорил! Ю. Кто у нас здесь? Это он нам нужен? Да, милздарь сержант! Ведьмак! Грязный выродок! Богохульник и фальсификатор! Он спрашивал, кого опускают в город, потом пришел с этим пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Адда! Так, не понял. Почему там два Микулы одинаковых, ладно? Там два скина Микулы были сзади Геральта. Темница. И за что? О, глава, кстати, вторая. Надеюсь, Шани не попалась, потому что ну, не нужно ей попадаться сюда. Так, Микула меня сейчас должен выпустить. Обязан. Выпустите меня! Я не виновен! Тюремщик, ну хоть переведи! Ну не хочу я с политическими! Можно опаршивить! Я честный вор! Выпустите! Заткни пасть! Я занят! Да ж, Микула. Тише! Хочешь моей смерти? Этот вор мешает! Вот-вот, вор... А сижу с политическими. Заткнись, сказал! Не ори! Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну. Прелестно, черт побери. Что, не нравится, белый? Ты кто? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтобы я их видел. Подожди, это же хозяин таверны. Что за хрень? Открой камеру. Боишься? Обделался? Покажи, белый, что можешь. Назад. Что за... Ты дерешься или нет? Меня выпускают, я выхожу. Иди на... Профессор, на выход. Свободен. Что? Ирония судьбы. Мы вновь рядом. Так близко и далеко. Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне. Вы ошибаетесь, это убийца.
Ты не понял законов этого мира. Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места. Но с этим мы разберемся позже. До встречи! Буду ждать. Ну что ж, давайте поговорим с нашими сотюремниками. Сокамерниками, точнее. Так, сначала с тобой. Подожди, осужденный эльф. Подожди, давай, подожди. Узник, просто узник. Узник еще один простой. Еще один простой узник. Так, давай-ка сначала силач, ладно. Так, ладно, давайте силача. Что это? Успокойся. Понял, хорошо. Завтра мой большой день. Что, у тебя за день? Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Мне всегда нравились игры, а Юс позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Да есть у меня. Давай. Сыграем разочек. Я не помню, как играть, ну ладно. Кидай. А, все, вспомнил. Двойка есть. У меня вот эту... У него тоже двойка, да? У вас пара, у него пара, да. Давай-ка я добавлю и поменяю. И перекину вот эти три. Подожди, я их оставляю или перекидываю? У меня такой вопрос. Для повторного броска, все. О, троечка у меня. Третий, давай. Так, ну я выиграл, спасибо. Давай еще разок. Ну, теперь я понял. В тот раз я лишний просто убирал, которые мне не нужны были. То есть, которые мне нужны были, но я их почему-то просто убирал. У меня пара, у него пара, да? У него две пары, ладно. У него сет. Подожди. Ах ты, какой человек. Подожди, я... сделаю так и перевыберу. Мне нужна еще одна тройка. Давай мне троечку. Какой же это рандом, ненавижу. Меня 4. Ну и как это понимать? У него тоже сейчас будет, да? У него тоже 4. Ну ладно, две пары. Бросаем кость еще разочек. Двойка не хочет падать, ладно. Так, и что у меня тут? Опять пара, у него... пара тоже, да? Я добавлю, наверное. Там мне-то... сколько? Так, подожди, где моя пара? И меняю у вас. Перебрасываю. Мне нужно еще две пары, все, мне нормально. А что больше, сет или пара? Или две пары. Да? Что-то я сейчас немножко не понимаю, да? Почему он выиграл? Ну ладно. Эй, вы, отребье. Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего кого? В канализации. Давай. А как насчет руки принцессы и половины царства в придачу? Остряк, следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Да. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой? Угу. Вранье. Этот здоровяк? Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье у всех равные права, даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. Обоссать. Ну, давайте. Я должен сразиться с силачом. Подожди, дай-ка я с ним поговорю. Я здесь уже третий месяц, так что ко всему привык. Здесь не подходи, милздарь. Я не виновен. Политические. Подходи.
Я набью тебе морду, а потом вспорю брюхо этой ящерицы и стану, наконец, свободен. Что ж, начнем. Я, кстати, ни разу не дал сам кулака, так что... А, подожди, здесь... Я же бью. Я тебя убью, ублюдок! Зачем вообще убивать? Я не хочу тебя убивать, например. У меня есть... у меня нет заклинаний, ладно. Я надеюсь, его не убил? Просто вырубил? Да, он просто его вырубил. Тогда ну, нормально. Потому что кулаками особо так не убьешь человека. Не, можно, конечно, если прям забить человека. Что делаешь? Ах ты собачий сын. Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил. Я не спас ума. Тебе жизнь. С кокатриксами шутки плохи. Хватит умничать. В следующий раз тебе не победить. Я хотел, конечно, использовать магию, но ее нельзя использовать. Так что я бы ее и не использовал, как если... Ну... Поздравляем. Ты выиграл право убить монстра в канализации. Он не один, я почти он один, горжусь один, этим правом. Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Мне нужно оружие. Какое приятное совпадение. Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч. Меч ведьмака? Где? Не твое дело. Юс, принеси мне этот серебряный меч. Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот. Я могу его взять? Возьмешь его у Юза. Потом заберешь свои вещи из хранилища. Если, конечно, у тебя будет потом. Ладно. За голову монстра плачу дополнительно. Хорошо бы неповрежденную. Посмотрим, что я смогу сделать. У меня деньги, кстати, мои остались. Подожди, у меня же было 1700, если я ничего не путаю. Насколько я помню, там было 1700. Мой меч. Где же он? Быстрее, у меня мало времени. Ах да, есть. Мы также конфисковали пару эликсиров. Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться. Удачи тебе. Как только выполнишь задание, забери свои вещи из хранилища за решеткой. Обязательно. А потом я найду профессора. Глупо. Профессор как заговоренный. Его ничто не берет. И он занимается мокрой работой. Куда важнее тот, кто его контролирует. Если хочешь сделать все правильно, разберись с боссом. Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся. Их главарь большая шишка. У него есть вязы. В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду. Ага. Только сначала тебе придется пережить встречу с Кокатриксом. Смотри за моими вещами. Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте. А где Шани, кстати? Ну ладно. Кокатрикс, кто это? Ой, да чё это? Это... Что это? Это же просто обычный рыба-человек. Ну, типа как утопленец, который... Утопленец, которого мы убивали, да. Но немножко слабее раз в 10. Больше сказать так могу. Ну, привет. Ты чё застыл-то? Чё? Темно, ничего не вижу. Что ты за существо? А, ведьмак. Именно. Белые волосы, вертикальные зрачки. Очевидные признаки мутаций. Прости, но я не хотел бы раздеваться и предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей. Прости меня, незнакомец. Я не хотел тебя оскорбить. Я никогда раньше не видел таких, как ты. Я Зигфрид, рыцарь Ордена Пылающей Розы. Я Геральт, ведьмак, как ты уже заметил. Рад знакомству. Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков. Если ты не против, я бы прекратил болтовню. У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро. Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине. Давай поговорим. Да, Геральт. Пришел за Кокатриксом, думаешь, сможешь его убить? Что ты знаешь о Кокатриксах?
Кокатриксы, также известные как скофины, это вид орнитозавров. Они огромные, в два раза больше обычной крупной птицы. Будучи связующим звеном между рептилией и птицей, они напоминают петухов. Откуда их народное наименование? Любопытно. Продолжай. Кокатриксов часто путают с василисками, но это два разных вида. Вопреки общепринятому убеждению, взгляд кокатрикса не превращает людей в камень, но нужно бояться его клюва. Этим клювом он может разрывать жизненно важные органы врага с точностью хирурга. Зачастую жертва погибает мгновенно, особенно если кокатриксу удалось подкрасться сзади. Что ты думаешь по поводу убийства этой твари? Кокатрикс — это опасный противник. Тебе нужно быть отличным мечником. Если у тебя нет серебряного меча, дело становится еще тяжелее. Что еще? Как всегда, нужно быть настороже. Скофин любит нападать сзади. Какие алхимические ингредиенты можно получить из кокатрикса? Хотя его глаза и не могут превращать людей в камень, они довольно универсальный компонент и очень дорогой. Я слыхал, что перья с его хвоста еще дороже. Впечатляющие познания. Признаюсь, что мои познания о чудовищах ограничиваются кокатриксами. Мой покойный отец, Эйк из Денесле, да упокоится он с миром, оставил мне гравюру с этим зверем. Было еще много гравюр, но все они погибли в животе у мантикоры. Сохранился только образ Скофина. Мои соболезнования. Ты на мантикору охотился? Нет, я был в то время в отлучке. Когда я вернулся, то узнал, что мой отец, несмотря на увечья, решил сразиться с мантикорой. Он попросил привязать его к коню, а затем с молитвой на устах атаковал чудовище. Как ты понимаешь, там он и встретил свою трагическую кончину. Когда я добрался до места их боя, чудовище мучилось от ужасной боли и было при смерти. Мантикора не смогла извлечь моего отца из его доспеха и проглотила практически целиком. Потом уже начали говорить, что священный пламень души Эйка сжег сердце зверя. Воистину героическая смерть. Да почиет он в мире. Ты пришел за кокатриксом. Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь. Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу и потому должна быть уничтожена. Орден уже давно сражается с чудовищами и довольно успешно, я бы сказал. Делаете работу ведьмаков? Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт. Сколько вас осталось? Пара, дюжина? Вы нам не конкуренты. К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности. Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки. У меня нет желания спорить. Мы оба здесь. Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь. Давай объединим силы. Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии, и уверяю тебя, меч ношу не для красоты. Спасибо, но нет, я всегда... Ладно, короче, пошли, только главное не умирай, окей? Веди, ведьмак. Я уже увидел, что там кто-то появился, да? Так, что у меня за меч? Серебряный меч ведьмака. Всегда старайтесь использовать серебряные мечи в схватках с магическими тварями и чудовищами. И не забудьте использовать стальное оружие против людей и животных. Но у меня нет сейчас стального, так что... Куда ты? Он же сейчас сдох. Он же умрет сейчас. Ну. У него уже половина хп нет. Он восстанавливается? Сейчас хочу посмотреть. Ну. Нет, он не восстанавливается. Вход на новую территорию. Так, ты. Выход. Храмовый квартал. И... Ну, погнали. Логово кокатрикса, растение неизвестное, вы не можете открывать неизвестное растение. Так, у меня есть пурга, эликсир, улучшающий рефлекс, скорость увеличения вероятности отказа удара, уклонения от него, позволяет видеть в полной темноте. Так, давай-ка выпью, то мне не особо нравится... О, кстати, это если я остановлюсь, да? Ты
надо было, качать стальной меч, потому что рано или поздно у меня в любом случае появилось. В полной темноте, вот тут ничего не видно. А, вот, все, спасибо. Надо, значит, подождать, пока глаза привык. Так, мне нужно через право будет быстрее. Справа будет немножко быстрее. Ну. Ну, все? Еще? Больше нет? Ой, ну и кто там у нас? Гер! Осторожнее сзади! И тут все-таки. Просто... Пылающая роза! Обычный петух. Ну, как сказать, петух. А если таким? Оп. Давай, останки. Мне, пожалуйста, голову. Кокатрикс мертв. Теперь давай выйдем на поверхность. Не думаю, что я могу вернуться тем же путем, которым пришел. Идем, я провожу тебя к выходу. Ладно, хотя вся эта мерзость сильно пахнет. Мне нужна голова. Голова? Голова. Так. Кто это? Мульха, чё? Ну, перо понятно, токсин понятно. Что это? Драгоценный камень. Ой, я иду за тобой, давай, погнали. Поторопись, у нас мало времени. Иду. Иду. Понял. Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. Это беловолосый ублюдок. Босс был прав, как всегда. Убить его! И рыцаря тоже! Короче. Да ударь ты его! Насколько живой? А, ну у него там КП так еще половина. Нет, там четверть одна осталась. Твои друзья? Друзья? Да. Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня. Один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Вызиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфрид. Рад нашему знакомству. Убить чудовище было легко, ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Мне нужен вот ключ меч. От прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ. А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфрид, и спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Вызиме. Как же ты громко говорил, так останки... Я вот это возьму. Как быстро взять-то? Никак-то. А. Это что? Чего? Уйди. Блин, забыл. Так, все, трофей есть. Так, второй. Все. Пивандри у меня сразу. Так, куда мне идти? В какую сторону сейчас идти? Выход. Погнали на выход. Дашь попройти? Ох, стало темно. Блин, это...
Как стало темно, но вот это как его зовут? Как его зовут? Я уже забыл. Это зелье просто великолепно. И мне нужно прокачать срочно это у силы на ведьм этого стального меча. Потому что стили очень нужны. Храмовый квартал Вазимы. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Мне бы вернуться за своими вещами, хотя... Дает прикурить! Эй, воин! А ты, похоже, умеешь с мечом обращаться. Я прав? Но. В чем дело? Незадолго до войны я спрятал фамильные ценности и еще кое-какие побрякушки. А теперь... Ты пытаешься нанять первого попавшегося незнакомца, чтобы вернуть себе все свои сокровища? До последней монеты? Шутишь, что ли? Если бы ты хотел меня ограбить, не кричал бы сейчас на всю улицу. Я таких, как ты, хорошо знаю. Видел вас на войне, как смерть рядом с вами ходит. Ну, выкладывай, в чем дело? Чтобы добраться до моего тайника, мне бы пришлось рисковать шкурой. А ты с этой задачей легко справишься. Все сокровища можешь оставить себе. Верни мне только мое фамильное кольцо. А что такого ценного в этом кольце? Это семейные дела, тебя они не касаются. С помощью этого кольца я, наконец, смогу получить свое наследство. Выкладывай все по порядку, но имей в виду, людей я не убиваю. Терпение. Я еще не все рассказал, а ты уже выводы делаешь. У моего тайника бродит нежить. Все, что мне нужно, это мое кольцо. В таком случае я согласен. Ты подтверждаешь, что я могу забрать себе все, кроме кольца? Подтверждаю. Там, в моем сундуке, немало ценных вещей. Все они твои, в обмен на кольцо. Возьми этот ключ, он откроет ворота в канализации. Где конкретно спрятаны твои сокровища? Спускайся в канализацию через вход возле канала. Там, слева от входа, увидишь решетку. Открой ее с помощью ключа, что я тебе дал. За решеткой найдешь склеп. Там я и спрятал сундук. Еще один вопрос. Где мне тебя найти, чтобы отдать кольцо? Я буду ждать тебя здесь каждое утро. А, окей. Сейчас утро. Скажи сюда. Яйца чешутся. Полезная информация. Так, ой, сейчас полная темнота. Кстати, здесь такие баги, вот я их вижу, что это. Дверь? А, она там сверху. Так. Так, наверное, на этом закончу. Как раз мы сейчас в Изиме. Уже попали в него. Блин. Частный детектив, о котором упоминал Зигфрид. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Ладно. Теперь можно точно заканчивать. Только страшную городскую стражник, который не поспевает за своим вторым, за своим компаном. Ладно. Ладненько. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.